Ну, разрешите, в первую очередь, поприветствовать вас на нашей площадке. Большое спасибо, что нашли время посетить нас. Мы 100% государственная организация, государственное предприятие, созданное в 2007 году, собственник город Санкт-Петербург. В этом году нам 17 лет. По сути, мы являемся региональным институтом инновационного развития, и наша основная задача – это все, что связано с инновациями, это поиск, развитие, внедрение инноваций, неокры, содействие инновациям, да, содействие развитию инновационных проектов, малотехнологических компаний и стартапов. Передам слово Роману Хромченко, он более подробно расскажет про бизнес-инкубатор и про наших резидентов. Друзья, всем добрый день, рады видеть вас в гостях. В данном случае мы находимся на территории бизнес-инкубатора. И в целом Санкт-Петербург вас встречает, я бы сказал, аномальной жарой даже. Чем мы вообще занимаемся? Мы помогаем стартапам расти и развиваться. Мы приготовили для вас именно презентационную сессию с нашими стартапами. 5 проектов и буквально 2-3 минуты на вопросы. Вашему вниманию хочу предложить цифровой проект по цифровому сопровождению геологоразведочных работ. По сути, речь идет о эффективном сборе первичной геологической информации о недрах. Мы берем ТЗ от заказчика и доводим его до готового изделия. Попутно стараемся какие-то решения свои реализовывать свои собственные продукты впоследствии. Основная задача – это сделать наиболее инновационный, технически успешный проект, который позволяет создавать электронные устройства на потоке. Это то, чем пытаются быть НИИ, но не могут ввиду неэффективности и неборов. Наш проект работает в области энергоэффективных технологий и использования электролиза водорода для различных систем применения. Мы предлагаем решение. Это возможность проходить реабилитацию в интерактивной иммерсивной среде. Пациент полностью погружен в процесс, он вовлечен, ему интересно. Добрый день, меня зовут Сергей Федоров, руководитель компании Stayland Technologies. Занимаемся мы разработкой, внедрением, в общем, различных решений на базе технологии искусственного интеллекта. Рад знакомству. Команда наша здесь, мы работаем 3 дня. Полных практически давайте дружить и давайте развивать кооперационные и производственные, значит, и деловые взаимоотношения. Я думаю, что мы точно друг другу с вами будем полезны. Спасибо, что пригласили. Рады быть у вас. Спасибо.